Всем привет! В сегодняшнем видео мы будем вырезать из тыквы светильник Джека. Один из основных атрибутов Хэллоуина. Заготовку я уже сделала. Вот крышка. Осталось вырезать глаза. Вот. Первый готов. Второй. Это нос готов. Теперь самое сложное — это рот. Рот уже посложнее делать. Так вот. Такая вот красивенькая тыквка у нас получается. Вытаскиваем его. Тыква готова. Красивенько. Теперь нужно вставить будет свечку. Ну вот, тыква готова. Мы ее быстро очень сделали. Светку. Так. Подписывайтесь на мой канал, смотрите другие видео. Буду еще выкладывать видео. Вот такая вот тыковка. На Хэллоуин. Не хватает еще свечки туда вставить, и можно уже будет настоящие. Тыква, светильник Джека. Всем пока!